драгоценные мои, ненаглядные крошки, знаете ли вы, что если поздно ночью выйти из дома на улицу и поднять глаза к небу, то, скорее всего, вы увидите звезды. Днем же подобного явления добиться практически невозможно. Uno, dos, tres, cuatro. Один мой товарищ любил спрыгнуть с вышки и в воздухе вертелся, как волчок. Теперь он в больнице, замучила одышка, и тем ударился о воду дурачок. Таких и не берут в космонавты, таких и не берут в космонавты, таких и не берут в космонавты. Другой мой товарищ, любитель рыбалки, поймал большую рыбу на крючок. Теперь его возят на кресле-каталке, и тем ударился о воду дурачок. Таких и не берут в космонавты, таких и не берут в космонавты, таких и не берут в космонавты. Спейсмен! Спейсмен! Мой третий товарищ, ну прямо был героем, он знойную пустыню пересек. И говорят, дошел аж до Каспийского моря, а не тем ударился об воду дурачок. Таких и не берут в космонавты, таких и не берут в космонавты, таких и не берут в космонавты. Я земля, я своих провожаю, питомцев, долетайте до самого солнца и домой. Таких и не берут в космонавты, таких и не берут в космонавты, таких и не берут в космонавты. Спейсмен! Future. Мир!